Это разговор, вы спокойно, да, этого да. нет. Разговор, но это жалко, я редактор сборников евреев СССР. Угу. Значит, я знаю, что каждый человек имеет важную документацию, но он сам не знает, что это важно, и люди не знают. А я, у меня всегда такая встреча необыкновенная. Мы вроде, так сказать, не в том же самом возрасте, да, но мы родились в городе Луцка. Да, я в Луцке родилась. И это не всегда бывает, такая встреча необыкновенная. Я бы, знаете, у меня польский немножко акцент. Понятно. Польский акцент. Я вас хорошо понимаю. Оно, вы понимаете хорошо. Слушай, вы родились в 46-м году. Ваши родители откуда? Мама с Житомирской области, на родичи. Да. А отец Маневич. Маневичи. Да. Как они перешли немецкую оккупацию, мать ваша? Ну, мама моя, конечно, с большим трудом, потому что она... Где она была? Сейчас я вам скажу. Она была в немецкой оккупации? Да, она была в немецкой оккупации. Ну, Житомирская область, там еще какие-то области. Ну, рядом, которые находятся. Как ей удалось теперь? Вот. Ну, она говорит, голодала, голодовка была ужасная. Ну, беженцам как-то переходила с одного села в другое село. Помогали ей. Помогали ей. Она имеет хорошие воспоминания от жителей Белоруссии или Украины. Немецкой оккупации. Ну, она мне так не рассказывала, какие именно у нее там были. Ну, так, что люди помогали. Вот, помогали. Она очень много пережила. У нее же ребенок был маленький, 8 месяцев умер от голодовки. Мужа сожгли в школе прямо. Он тоже был директором школы. И сожгли его. Вот. Ну и войну, конечно, она очень трудно перенесла. Даже сейчас иногда, когда. Вот иногда мы выбрасываем, ну, куски хлеба, ну, что-то такое, недоедаем или что. Что? Мама говорит, ну, зачем ты это делаешь, если ты знала, что такое было во время войны. Да. Ты просто не знаешь. Ну, такие вещи. Я понимаю. А отец? А отец? Как он перешел в немецкую? Ну, отец сразу... А с какого города он? Маневич. Маневич. Да. Отец сразу же в первые дни войны пошел в партизаны. Сразу же. Mm-hmm. Ну и он мне так рассказывал, я не знаю, ли это точно достоверно, но он мне рассказывал, папа, да. Что значит, он был в партизанах, но жена не хотела идти в лес с ним вместе, потому что у нее были маленькие дети. У него было трое детей. И жена не хотела уходить, и она осталась в этом селе, а он пошел в партизаны. Ну и какой-то день его там в разведку заставили пойти. Он пошел в разведку. Пришел в разведку и только там на какую-то, ну не знаю, какую-то долинку там вышел или что, и смотрит, что все село выстроили, немцы выкопали яму такую. И прямо на его глазах расстреляли жену и детей, не только жену и детей, там все это село. Да. Ну и он, конечно, сразу, прямо он говорит, что сразу на глазах седой стал. А потом-то вообще лысый был, потому что волосы вылезли от этого переживания. Ну и потом отец воевал. Он был в отряде Федорова, был папа. Да. Вот. Партизанский. Да. Партизанский отряд. Да, он с этим отрядом Федорова дошел до самого Берлина. Ну, в 45-м году, когда война получилась. Ну, потом папа рассказывал, что уже когда хотел уходить, ну, этот командир, этот, не знаю, кто там, Федоров, кажется, говорит, ну, может, там другой командир, у них же много командиров было. Да. Говорит, ну, куда ты теперь пойдешь? А он говорит, мне некуда идти, у меня семьи уже нет, сестра тоже куда-то ушла. Сестра ушла, его, она уехала, значит, в Польшу, потом в Германию, а потом сюда, в Израиль. Ну, как-то в те времена. Да, я помню. Вот. Я помню. Ну, и говорит, что у меня никого нету, и ничего не осталось, ни дома, ничего нету. Ну, тогда ему командир дал там немножко, там какие-то вещи, ну, что-то такое там. Ну, у них там было что-то такое с этих вещей, они раздавали
нашим этим. Трофейные. Трофейные, да. Понятно. Вот, говорит, дал отцу там немного этих вещей. И он поехал в Луцк. В Луцк? Да. Почему в Луцк? Ну, у него здесь тоже, потому что, я не знаю, тоже какие-то родственники были. Вот эти Айзека тут, его двоюродная сестра, что ли, не знаю, тоже здесь была в Луцке. Он просто поехал. Поехал сюда, конечно, здесь никого не оказалось. И он шел, ну, не было сюда хлеба, ничего не было, у него не было денег, шел на базар продавать вещи. Ну, его там какая-то женщина узнала, там, ну, знакомая какая-то встретила его. И говорит, что я тебя познакомлю с хорошей женщиной, у нее тоже муж погиб. И познакомила его с моей мамой. Она еврейка. Ну да. И они познакомились, конечно, мама с 19-го года, а папа с 905-го. Намного старше отец был. Мама. Да. Ну, в 46-м году я родилась. Уже в конце 46-го, в ноябре месяце. Что отец сделал всегда? Да? Отец работал железнодорожником, стрелочником на станции. Вот. А мама раньше была еврейской учительницей, потом же еврейских школ не стало. Мама знает еврейский язык? Мама видишь? Учительницей была. Даже? Даже. Наша учительница еврейского языка. Наш даже раньше в еврейских школах преподавала, первый, ну, в начальных классах. Она использовалась это учеба в городе Луцке? Нет, потому что, нет, потому что после войны уже не было школ совершенно, ни одной школы у нас не было. А частным образом не давали кому-то лекции? Нет, она уже стала сразу работать продавцом. То сначала воду продавала, потом стала продавцом в магазине, в ларечке работала. Так всю жизнь она проработала в ларьке. Какую работу? В ларьке работала, продавцом. Продавцом? Да. Какая, в каких магазинах вы сказали? Промтоварных. Промтоварных? Ну, да. Промтоварных, знаю. Немножко я был, по крайней мере, да, с русским, да. Так что. Да. Я сам западник, как всего, два года, 39-45. А вот следствие железнодорожье? Да. Его очень на работе любили, у него медалей очень много за войну есть разных. Уважаете? Да. И на работе его уважали, он был очень хороший человек, вообще его очень любили. Вот. И вообще папа мой, он вообще такой здоровый был, никогда не жаловался на здоровье, так честно сказать. Ну и тоже много переживал, мы тоже хотели в 75-м году ехать уже сюда. В котором году? В 75-м. Почему в 75-м? Или в 76-м. Ну вот, это раньше такая алия была, знаете, в 75-й, 76-й знаю. Год все приезжали. Я знаю. Вот, даже вот Айзек тоже ж поехал, и мы хотели, мама. Да, и мы хотели тоже ехать. Почему? Не имели работу, уважали я так отца. Почему? Ну потому что все едут. Почему? А почему сейчас все едут? Но это же были, так сказать, советские люди, советские. Ну, а Айзек почему приехал? Айзек, дело другое, я хочу понять вас. Я не против того. Я только нет, хочу понять. Нет, а я вот хочу, вот он же тоже, потому что все едут. Вот честно говоря, ну как сказать, я имею в виду сейчас. Конечно, сейчас очень плохо в Советском Союзе. Именно сейчас. Почему? Потому что. Вот вы приедете, ну я не знаю, может в этот период уже будет что-то, а то у нас в городе вообще ничего нет. Что-то я имею в виду, сахар есть. У нас по талонам. Хлеб есть? Хлеб, конечно, есть. Хлеб, молочные продукты, даже говядина у нас лежит, сколько хочешь. Но я имею в виду промтоварных товаров. Ну, носки мужские, одежда. Трусы, даже трусы женские, мужские. Это дефицит большой. Мне даже стыдно говорить. Да, или где-нибудь это самое. Да, понятно. Вот. У нас нету сейчас этого, вообще ничего нету. И, между прочим, такого выбора, как здесь, это вообще. Что там говорить? У нас ничего нету. У нас за мной. А у нас вообще ничего. Это может быть, как сказать вам, может быть временно, потому что вот перестройка у нас идет. А у нас было так, я ничего не скажу. Было, но именно сейчас, в последнее время, у нас вообще ничего нет.
Очень трудно стало. Даже чтобы купить... Но тебе против гласности? Нет, я не против гласности. Есть меньше табака. Ну так что? А чего есть меньше? Я не знаю. Что... Есть меньше товаров. За Горбачева есть меньше товаров, да. Ну это не из-за этого. Наверное, просто все фабрики, все заводы перешли на самоокупаемость, на самофинансирование. Да. И поэтому, может, что-то здесь в связи с этим связано. Извините, ваша профессия? Да? Фармацевт. Фармацевт? Да. Где это, на какой улице? Львовская. Где это, бывшая какая улица? Помните? Не бывшая, но и бывшая, мне кажется, так. Львовская. Новая улица. Нет, это не, ну я не знаю, мне кажется, она всю жизнь там была. Львовская улица, там на Красном. На Красном, о, Красном, да. Красном, знаю. На Красном. Где вы учились это? В Челябинском, фармучилище. В городе Челябинске? Да. Сколько лет учились? 3 года. Вы имели, так сказать, на работе, вы имели хорошие чувства? На работе? На работе я уже работаю 23 года на одном месте. Меня очень любят, очень уважают. Все и... знают, что вы еврейка? Знаю. И это что-то делает? Ну, на хорошее или на плохое? Ну, некоторые... Вообще-то, ну, я вам скажу, что я единственная там еврейка в аптеке. Там больше нету, там все русские. Ко мне так хорошо относятся. Но они знают, что я еврейка. Знают или не знают? Знают. Ты знаешь, что еврейка? Есть какой-то разговор об этом? Ну, иногда, может, что-нибудь, кто-нибудь. Нет, вообще-то... Между ними? Между ними они так говорят, может быть, какой-то анекдот рассказывают. Знаете, вот про евреев рассказывают. Вот, а некоторые приходят новенькие, они, конечно, не знают, какой я национальности. А потом, если уже узнают, может, сразу... А так при мне стараются не говорить на такие темы. Слушайте, в городе Луцка были 22 тысячи проектов, если могила их. Между жителями себе и в городе Луцка, об этом говорят, известно. Нет, или же это уже какая-то история, забытая, как сказать? Вы знаете, да, ну правильно, забытая, да, может забытая. Да. Вы знаете, я живу в таком районе, на Красном я живу, на собственный дом. Вокруг нас живут все, ну, украинцы, там, русские, евреев почти нет. И я не общаюсь, ну, мы знаем знакомых там, ну, мы так встречаемся. Вот, например, одна семья далеко там живет, вторая там в городе где-то живет. Евреи? Да. Ну мы так приходим изредка, может, раз-два месяца, раз-три. Но мы так не приходим каждый день. У нас есть соседи, мы с ними дружим. Ну вот так вот. С украинскими, русскими? Хорошие отношения? Хорошие. Приходят? У нас очень хорошие. Они приходят к нам в гости. Есть общая жизнь? Да. Общая, так общая сказать, жизнь, да. Как это сказать, социальная жизнь, да. Приглашают. Да, они приглашают нас на день рождения в гости, мы их приглашаем. Мы так живем, как одной есть семьей. Есть разговор об этом, что-то было так большая трагедия. Что-что? В городе Луцка, да, была большая трагедия. Убили 22 тысячи человек. Украинские полицаи помогали. Немцам. Ну, я это знаю, но что... Так, есть какой-то разговор, скажем, чувство греха, что мы не были в порядке в отношении евреев. Мы бы могли помогти. Честно? Они бы этого не делали. Кто-то один-то это сказал. Я вам скажу, почему я спрашиваю. Но я имею хороший контакт с баптистами. Да. Mm-hmm. И один пишет ко мне, о старом, он пишет об этом. Я тебе помогал еще другому. Но я же мог и более, я мог помогти 10 человек. И этого не делал, у меня есть большой грех. Я спрашиваю,
Есть еще об этом разговор? Нету. Я не слышала разговора. Тишина. Тишина. Ну, у нас тоже есть знакомые баптисты. У нас же, мы рядом, мы живем около этих, где они ходят в этот дом молиться, рядом. На Красном. На Красном, там же есть молитвенный дом. Но я вам скажу, баптисты, они настроены, конечно, они очень любят евреев. К нам даже вот в последнее время стал приходить один баптист и без конца агитировать нас, ну, в это общество, что они тоже там любят и уважают евреев, чтобы мы туда ходили, слушали их собрания, вот это вот все. Вот, даже приносил Библию и говорил, что мы знаем, что все евреи это, ну, избранный народ, что это Бог сам был еврей, и там остальные все тоже евреи. Начал мне читать, что это очень такие люди хорошие. Ну вот они так настроены. Они хорошо настроены. А иногда встречают по улице и говорят, ой, чего вы еще в Израиль не едете? Надо давно уже уехать отсюда. Кто? Баптисты. Баптисты, да. Что вы отвечаете? Ничего. Ничего не отвечаем. Просто так. Молчим, а что будем отвечать? Это не больно, что после такой трагедии об этом вообще не говорят ничего. В последнее время, вот сейчас, уже, вот, например, как вы говорите, есть у нас уже еврейское общество, уже что-то такое делается. А то до сих пор у нас ничего не делалось. Я не знаю, может где-то, но у нас ничего не было. Вы знаете тех коренных евреев, которые жили перед войной в городе Луцке? Финкельштейна, слышали или нет? Нет, не знаю. Герой, лодчик? Не знаю. А когда вы узнали об этом, что строить монумент на могиле убитых евреев? Когда я узнала? Да. Честно говоря, когда мне Айзек написал. Да. Когда мне Айзек написал? Я об этом когда вообще не знала. Когда написал? Это в прошлом да, году? Да, да. Не в прошлом, вот даже в этом. Говорят, что собирается туда делегация, сказала мне. Я не знала даже об этом. Вы там были? Нет. Это же очень далеко от нас ехать. Я была на том старом. Там просто стоит обыкновенный камень. Да. Вот. У Айзека, посмотрите, я же привезла ему фотографию. Есть. Ну, и написано, не написано погибшим евреем, а просто погибшим воином. Ну, не воином, а гражданам. Да. Там же не написано евреем погибшим. Ну я знаю, что Айзек еще в детстве всегда туда ездил. Там его родители тоже похоронены. Возможно, что у вас немножко неутральное чувство, потому что ваши родители, ваши дядки из другого места, не из города Луцка. А ваш отец был там на могиле? Был. Он не родился. Он с Айзеком часто ездил. Он не... Мой отец был верующий, между прочим. Но у нас же не было такой синагоги. Я помню еще, когда я была маленькая, но не маленькая, чуть-чуть взрослее, у нас даже дома собирались как бы решил на Минин, 10 человек. Так папа всегда сдавал комнату, но он там тоже с ними как одевал это. Талис. Талис у нас был. У нас даже сейчас эти какие-то старые книжки валяются. Мне уже, наверное, не знаю эти. Сидурин, Сидос. Ну вот эти что, маленькие такие. Вот, всегда собирались к нам люди, молились. Это было легально? Нет, конечно, нелегально. Нет, ты знала, что это нелегально? Ну, конечно, знала. Это просто так собирались, 10 человек. Когда? Так, чтобы никто не знал, по субботам. По субботам? Да, или, например, кто-нибудь из евреев умирал, так тоже собирались они и молились. Где теперь? А сейчас, наверное, уже... Понимаете, у нас только молились такие старики, которые знали это. Вот нынешняя молодежь, например, мой муж, уже он... Ну, я по штейку. Да, он не, он идиш знает, вот как я. Я
Вот что вы говорите, я все понимаю по-еврейски, но говорить сама я не говорю, потому что мама со мной... Я все понимаю. Мама моя дома со мной разговаривает только на еврейском. А я ей все отвечаю на русском. Потому что у меня дети в русскую школу ходили, современные, ну, вы же знаете. Вот. Муж то же самое, он тоже все понимает. Ну, уже не такой. Иногда, помню еще, отец последние годы уже жил был, то... А ваш отец жил? Нет, он 13 лет назад умер. Инсульт, кровоизлияние. У вас дети? Да, у меня двое детей. Они уже... Нет, сын только пришел с армии. Вот только пришел. Он был в армии? 2 года. 2 года. Тяжело ли? Нет, не тяжело. Он в Чернигове служил, в этой же области. Где? Украинской. В Чернигове. Это недалеко? Недалеко. Как воспоминания? Ему нравится. Такой? Да, он такой. Сын партизана. Да, о, правильно вы говорите. Сын партизана, он имеет, да. Он помнит, что да. Традиция такая. Да, а меньший 8 класс ходит. Сын. А меньше Башиба и какое имя? Средняя школа? Да. Он имел какие-то плохие, плохой опыт будущего еврея? Кто? Ваш сын, да. В общем, я ему недавно даже говорила, вот Дима, смотрю, все едут в Израиль, надо нам тоже уезжать все-таки. Ну, все едут, что же мы одни здесь останемся? Он говорит, мама, для меня моя родина Советский Союз, потому что я здесь родился, у меня здесь друзья все, и это для меня родина. Да он мне так говорит. Я говорю, Дима, ну неужели тебе никто в жизни, вот ты, тебе уже все-таки 21 год будет, и тебе никто не сказал, что ты жид? Вот многие же обзывают. Он говорит, мама, еще никто не сказал. Если скажет, говорит, я ему морду дам. А пока еще никто не сказал. Говорит, пусть только попробует сказать. Вот так он у меня. А меньший сын, это мама, ну давай поедем, ну давай уже уедем. Выйди что-то. Он хочет уехать. А старший не хочет. Слушай, если бы анализировать его идентичность вашего старшего сына, чтобы он был здоров, если бы он спросил, кто ты русский, еврей, украинский, кто советский, кто он, что он скажет по-вашему? Я даже не знаю, не могу сказать, не знаю, что сказать. Потому что на сегодняшний день сказать советский это меньше. Сегодня не говорят, что советский, это говорят или украинский, или польский, или да. Русский, да? Наверное, украинский скажет. Украинский еврей. Он говорит по-украински? Да. Он ходил в русскую школу. А дома он говорит по-русски? Дома? Со мной говорит по-русски, а с ребятами, своими друзьями, он говорит по-украински. Это такая мода теперь? Нет, просто у него друзья такие есть украинские. Друзья есть, они разговаривают на украинском, они разговаривают на украинском. Слушайте, а что тут украинцы? В армии он говорил только по-русски. У нас в армии все говорят по-русски. Это советская армия? Да. Ну, по-русски разговаривают. Я знаю, сколько в армии. Обычно офицеры все по-русски говорят. Солдаты. Теперь вы думаете, что теперь у вас будет после визита в Израиль, когда вы говорите, что у вас есть такие хорошие впечатления? Да, очень даже. У вас будет семейный кризис, сын захочет остаться, ваша... Ну, я думаю, может быть, я приеду, ему объясню, расскажу, как здесь. Может, он еще не понимает, мне кажется, что он еще такой ребенок. А вы знаете, да, что в стране у нас тяжелые времена? Знаю. Вам сказали? Это вам не... И вы знаете, я тоже переживаю об этом и не знаю. Как-то между тем и этим, не знаю. С одной стороны, хорошо. А, да, с одной стороны, много товаров, все, но с другой стороны, у вас то же самое здесь немножко, ну как сказать. Вот тоже есть начальники, которые
так же, как у нас есть, как это сказать, бюрократы, да. Есть. Есть. Слава Богу. Вот. Потому что есть у нас бюрократия или, скажем, опасности? Нет, опасности, я думаю, я не чувствовала. Опасность? Вы знаете, когда я ехала сюда, мне говорили, что здесь, ну, я не знаю, я вон смотрела сколько телевизионных передач по телевизору, наши. Вечно, как передают новости, так всегда в Израиле война. И то такая война, что война. Стреляют друг друга вообще. Даже мои на работе говорят, Боже, куда ты едешь? Тебя же там могут убить. Я приехала сюда, конечно, я вообще не слышала и не видела, что здесь воюют. Да, это немножко далеко. Это не так далеко, но надо. Значит, скажите, пожалуйста, насчет украинского населения. Говорят, что есть такой украинский национализм. Теперь есть общество рух. Да. Слышали? Да? Слышали, а у нас это каждый... Это официальное или неофициальное движение? Пока неофициальное, я думаю. Но они делают собрание? Они делают собрание, что да. Что они хотят? Ну, первое, я так поняла, что они, ну как сказать, стараются, чтобы в магазине, например, чтобы в магазине не было разных блатов. Чтобы никто не брал по блату каких-то там, знаете, обычно достают. Да, блаты 600 наркотиков. Да. Они ходят в магазины, ходят в эти самые, на базы разные. Следят за тем, чтобы не было, ну там не вывозили, чтобы начальники там не брали что-то там так для себя лично. Вот. Ну и я не знаю, пока вот, например, они даже собирали, я не знаю, с нашего Луцка пару человек или там, я не знаю сколько, детей к вам, да, посылали в Израиль лечить их, да. Онкобольных. Да, да. Вот. Это тоже все рух, не собирали деньги. Мне кажется, что пока они делают что-то хорошее. А каких отношений к Израилю? Хороших. Ну, они защищают, ну как, защищают нас. Вот да. Говорят, что не будет погромов, если там кто-то говорит, что сегодня на вас погром будет. Ну, они говорят, что никакого... Ты боялись такого? Лично я нет. Мне просто я... Была паника? Я всегда... Ну, я не знаю. У нас же ж мало осталось сейчас. Вы думаете, что у нас много семей есть? Я знаю, что... Сколько вы думаете, семей? Я так не знаю. Ну, я думаю, может, 15-20. Семей. Ну, мы так не знаем, кто там боялся. Я лично не боялась, потому что я так уверена, что никто нас не тронет. У вас есть чувство безопасности? Да. Ну, я же говорю, что мы живем среди таких, среди украинцев. Мы живем вот на такой сельской улице, знаете такой? Среди украинцев. Так что они с нами очень хорошо, они нас любят. И мы тоже ходим в гости друг к другу. Слушайте, что? Это ж... Пейсах, это что, так праздник у вас? Нет, у нас не праздник. Мы даже не знаем, когда оно, когда этот Пейсах, какой день и что. Иногда, когда? Если нам напишут письмо там, ну, мама знает, иногда спросит, там у нас есть одна такая старая еврейка, она немножко знает. Мама спросит, какой день. А мацы у нас тоже нету. Если раньше с больших городов иногда высылают, там, с Киева кто-то или что. У нас в Луцке лично нету. Ну, люди, может, достают откуда-то. Пейсах перешел без... Я не знаю, здесь была на Пейсах это. Что? На этот Пейсах я здесь была. Да. Беру кабана сейдер. У Лины подруги Аделы, знаете? А. Знакомые их. А. Как это было? Это разница между тем, что в Луцке... Как? В Луцке ничего нет вообще. Понравилось вам? Понравилось, да. Нам читали это. Как? Я не знаю, что это.
Какие праздники у нас были? В Луцке? Да. Честно говоря, что мы отмечаем только советские праздники. 1 мая, Новый год, Октябрьская, вот такие. А таких праздников? Религиозных праздников. Нет, я никакие не справляюсь. А у украинцев есть религиозные праздники? Ну, есть Пасха. Чувствуется? Чувствуется, конечно, все готовятся, все покупают, все что-то делают. На религиозные праздники? Да. Особенно сейчас, в последнее время, после у нас перестройка. Но сейчас можно в церковь ходить. Раньше это все было запрещено. Ну, так, чтобы никто, нелегально. А теперь уже все. У нас уже религия свободна. Кто хочет. Во что из двух сынов ваших только младший интересуется еврейской традицией, ну, или нет? Да. И даже нет. Ну что, он, понимаете как, старшим сыном мы меньше ходили там. Ну, может, и не было таких евреев, мы не ходили, он не любил ходить с нами куда-нибудь там на свадьбы или что. А с меньшим сыном я уже ходила на еврейские свадьбы, ему очень понравились они. Где, в Луцке? В Луцке, да. Они были традиционные? Нет, обыкновенные еврейские свадьбы, ну там, конечно, музыка была такая еврейская, танцевали все вместе. И вашим сыном пели еврейские песни? А я их знаю? Я их не знаю. А для мамы это не пришло что-то от матери? Ну, нет. Не отца? Нет. Отец же мой тоже там родился. Маневичев, тоже среди украинцев. Ну, они по идее говорили еврейской. Была еврейская жизнь. Ну, потом уже не было еврейской жизни. Когда я родилась, у нас уже. Слушайте, у вас есть чувство, когда здесь, в Израиле, когда есть еврейская жизнь, здесь можно сказать, да? Что вы что-то потеряли во время всех годов? Чувство потери, ну, в душевном. В душе нет, в душе у меня просто здесь какая-то гордость за всех евреев, что это, ну вот эта история, что существует еврейская, понимаете, вот нам это рассказывали, для меня это, конечно, гордость такая, что все-таки мы на высоте какой-то. Вот, ну какая-то. Вот, например, вчера у нас экскурсия была, музей, ну, я не знаю даже, как он называется. Вот там, где тоже дети погибли, вот во время войны. Да, Яд Вишем. А? Яд Вишем. Да, вот там. А это музей, вот, наверное, музей, да. Туда мы ходили. Максимальный музей. Да. И как, катастроф. Вот. И как зашли мы туда, в это. Там же всего 4 свечки, сколько зеркал. Там это вообще, это неописуемо. Это до того. Вы знаете, я аж прям расплакалась. Так не было это. Вообще этот музей мы смотрели, очень тяжело было смотреть. Этого не было в Советском Союзе. Ну, я же родилась после войны. Скажем, а наши про евреев у нас нету такого. Говорят вообще о потерях во время оккупации, немецкой оккупации. Ну, может, говорят, я не хожу на такие. Я спросил об этом, что они вообще не говорят, что случилось во время немецкой оккупации. Не только евреи, всему населению. Когда воспоминают Вторую войну? Нет в еврейском. Не говорят, мне кажется. Перешла. День Победы. Это праздник? Конечно. Говорят о победе, а не о том, что да, о оккупации. Да, говорят. Не о оккупации. Это разница. О победе говорят больше. Нет, почему? У нас же есть такие там. Холм славы есть. Ну, там разные есть национальности. Приходят эти награжденные, эти герои, которые еще остались. Старики. Старики, да. Вы слышали об этом, насчет баптистов, что они помогали евреям в немецкой оккупации?
Это известно. Нет, я не слышала. О чем пишет? А, слышала, да. Откуда? Вот что у вас, что вы разговаривали с ним, с этим Сократом. Вы с ним встретились? Ну да, они недалеко от нас живут. Так его отец вот сейчас, он же тоже баптист. Его отец баптист. И он Сократ тоже баптист. Ну да. То я знаю, я имел интервью с ним. Ну. Но как он? Он еврей? И он не украинец, он баптист. Он баптист. Красивая фамилия. Его девушка очень симпатичная. А о других баптистах, которые помогали евреям, вы слышали? Нет, не слышали. В газетах писать. О чем пишут газеты? Луцкие газеты. Есть газеты? Конечно, есть. Радянская Волынь, у нас газета. Радянская Волынь – это община Волынская? Да. А Городное, какая городная газета, городская газета? Нет такой? Ну, сейчас уже есть там «Вечерний Вестник», это газета этого народного руха, новая газетная, они выписывают. «Вечерний Вестник». Это и лично этот, они эта писали, партия. Они писали, знаете, об этом монументе? Писали, да? Да. Ну, видите, я не интересуюсь, ну, как сказать, ну, просто, может, не прочитала где-то, я же не смотрю всю литературу. Что меня вы нет, читаете? Газеты вы читаете? Газеты читаю, как же. Читаю художественную литературу, газеты. Московские газеты вы проходите? Да. «Труд» мы выписываем, «Правду» выписываем, ну, как же. Наш современник тоже? Нет. Много газет выписываем. Ну ладно. Слушайте, у меня есть приятели там. Угу. Если... Я запишу. Это будет вам тяжело? Нет. Впервые хочу передать, вы как говорите, не знаете, когда праздник. Есть у меня на русском языке еврейские практики. Это вас интересует? Очень даже. Жалко, что мой последний я вам дам. Я вас мучила, так сказать. Итак, здесь написано когда, до конца. Угу. Это что, вы мне дарите? Да. Да? Я сидел с вами, наверное, работали тяжело. Спасибо. Нет, тяжело не работало. Это для вас лично, можете. Я послал баптистам такую, я говорю, что это они я не маме. Получили. Да, она будет очень рада. Мы вместе живем. Что? Мы вместе живем. Она с вами живет. Все. Есть один Миронюк, Виталий Савович, Миронюк, Короченко, 27, Луцк, телефон. Улицу найдем, да, телефон его, да? Позвольте, придет возьмет. Да. Я им послал письмо есть. Я думаю, что это... Дорогой Виталий, я хочу его пригласить. Я во время немецкой оккупации он был мальчиком. Когда я был его отца, и вошли соседи, я был с моим товарищем, он живет же, мы пошли за шкафом и сказали ему, ты смотри, ничего не сказать, когда сосед зайдет. И вошел сосед, ничего не сказал, и даже сосед спросил, где Давид, потому что я там был под Хайцем, вы знаете, это с чего? Под Хайцем. Под Хайцем. И вот, что я сделал, пошлю ему
И я в ночи, в день, всегда, я не был у одного, но ходил по селам, и так пережил, я ей помогал. Теперь, здесь есть письмо, я пробираю. Доктор Марьясис Калман. Ну, это я знаю. Калман, я с ним только по телефону, я посылаю ему. Посылаю ему это. Я не знаю, это тяжело вам? Нет. Передать ему? Нет. Потому нет. Если он в обществе. Да, да. Обществе еврейской культуры, и это географические, что ли, справочник. Справочник. Нет, не тяжело. Я есть, знаете, это мне... Марьясису, да? Это Марьясису, потому что он... Марьясису. Я тут последний момент, я... Вы когда уезжаете отсюда? В воскресенье. Вечером. А когда будете в городе Луцка? Ну, я не знаю. 2 числа я буду в Москве. 2 утром. Да. Если в 3 часа дня будет поезд на Луцк, значит, я 3 буду уже в Луцке. 3 числа. 3 мая. А если не будет, значит, 4. Если будет на другой день билет. Слушай, я могу получить ваш адрес? Мой адрес? Да. Пожалуйста. Какой он? Луцк. Да. Запишите. Вы думаете, что у них, что у жителей есть жаль, что евреи уезжают? У некоторых есть, я вам скажу честно. Есть такая реакция. Чтобы уехали в свою страну, кто? Ну, есть такие, что да. Но есть такие, что очень жалеют. Почему? Вот, я не знаю, но просто нравится человек. Вот, например, я когда ехала сюда, в Израиль, да. Моя заведующая, у нее муж работал, ну, проектировщиком. И в этой же организации работал этот Столерман. Он сейчас в Израиле. Это Лины знакомые. И вот, когда я сейчас ехала сюда, заведующая говорит, если ты его найдешь, пожалуйста, передай большой привет. Потому что, когда он уезжал, мой Юра прямо плакал. А Айзик, когда уезжал, его же там в городе Луцке, они все его любят, все уважают. Очень. Это очень хороший человек, очень хороший. Его все любят. Уезжают. И мне кажется, что многие есть такие, которые вот... И сейчас, которые уже, вот скоро короли приедут сюда, король есть такой, он уже подал заявление. Он работал продавцом в магазине, то же самое. Очень уважают, очень любят, всегда подарки. Он хоть на пенсии, но всегда получает там именно какой-то праздник, его вызывают, дают с работы подарок какой-то. Потому что мне кажется, что есть люди, которые очень любят. Ну, а есть, которые, ну, это такие, которые вообще евреев ненавидят. Которые хотят, чтобы скорее вы уже выехали. А так, если обыкновенные люди, то... Вот, например, моя заведующая, она тоже украинка. Она меня очень любит. Вот. И даже, когда был такой разговор вместе с ней, она говорит, Боже, мне так жалко, если ты уедешь. Как хочется, чтобы ты осталась здесь. Так что все разные люди есть. Еще. Слушайте, а какой есть имидж? Что об Израиле? Говорят плохо, есть симпатия или есть уважение, или ну, пропаганда, старая пропаганда делает свое? Нет, вы знаете, раньше было плохо. Вот не то пару лет назад. Но после того, как, помните, было дело с самолетом, когда с Советского Союза прилетел самолет, кто-то там угнал его, сюда да. прилетели. Да. И израильтяне сами отправили его, ну, обратно. Вот после этого
очень многие стали очень хорошо думать об Израиле. А как телевизия вообще, другие, были хорошие передачи насчет Израиля, кроме сейчас? Этого? Кроме этого. Киселев, вы видели, когда был здесь, был такой Киселев? Киселев? Да, в нем передалось, говорят, хорошие передачи в Израиле, в телевизии. Я не знаю, вот недавно у нас... Нет, это не израильские. Это я уже говорю просто так. У нас, например, ансамбли есть, которые по-еврейски поют даже, выступают, по телевизору показывают. Вот. Потом показывают... С Киева или из Москвы? С Киева. Потом показывали еврейские моды. Вот приезжал израильтяне, приезжали в Черновице, да? Черновице не показывали? Черновице. Да. Это было очень такое зрелище. Такие красивые моды, что мне кажется, что парижские они так красивые были, как израильские моды. Очень красивые. Так что уже сейчас и после той, как они еще Армении много помогли, израильтяне тоже много помогли. Да. Там какую-то вложили. Это то... была передача? Да. Ну так передача. Она была не только об Израиле, но и других, но и... Говорилось ей тоже об Израиле. Не лично. Израилем на повестке дня всегда есть новости. Нет, если есть разговор, если есть разговор, это только хорошее между нами. Потому что при нас плохое что-то не скажут. Если скажут, то только без нас. Они же знают, что мы евреи, они при нас плохого ничего не скажут. Вот иногда вот рассказывали про этого, кто это, футболист этот, который умер. Яшин, Лев Яшин. Знаете, он же здесь, ему делали в Израиле, здесь операции. Да. Вот, тоже самые такие хирурги, все такое. Потом какие-то там еще в Израиле играли наша баскетбольная команда, да, с нашими. Ну, это все мы читаем газеты, конечно, спортивные новости. И очень гордимся этим. Лично мы. Даже мой муж там приходит к соседям, говорит, вот видишь, там-то, там-то уже. Мой муж, конечно, очень хочет ехать сюда. Очень. Он прямо... Ну, так что при нас не говорят ничего плохого. А если нас нету, я не знаю. Конечно, наверное, говорят. Можно сказать, что вы... Что в городе Луцка спокойная жизнь. Спокойная. Пока... Вы не должны, так сказать, вашей еврейскости спрятать. Вы не должны демонстрировать. Вы нормально живете вашей жизнью. Нормально. Есть у вас какие, скажем, такие мысли? Ваши сыновья будут жениться, да? А, жениться? Не на еврейках. А потом ваша фамилия, семья, Денис. Вы знаете, были у меня такие, у меня же сын вот взрослый. Да. У меня мысль такая есть, потому что он, у нас сейчас даже и нету, чтобы так дружить, еврейских девочек. Ну да. Вот. Ну, я не знаю, я как-то, может быть, я по-современному немножко смотрю. Это вам что-то делает на душе? Да? Это боязнь или жаль, что еврейская, так сказать, традиция перестанет? Я хотела бы, чтобы он женился на еврейской девочке. А как получится, это я вам не могу сказать. Потому что... Ну, если он полюбит какую-то русскую девушку, ну что я могу сделать? Украинскую? Да, но я ничего не могу сделать. Вы это возьмете как факт жизни? Я возьму это как факт жизни. Теперь насчет города Луцка. Катедра там, где была католическая катедра, там еще она работает? Что вы говорите? Вы знаете... Катедр, я... Католик, костел. Костел? Костел, католический костел. Что там есть теперь? В центре города? Да. Там так и есть. Там поляки приходят молиться? И поляки живут в городе Луцком? Нет, мало. У нас нету там поляков. У нас сейчас только украинский народ.
Поляки же все уехали. Я знаю, но не остались. Нет. Там не остались. Нет. У нас сейчас все церкви открыты. И, между прочим, открыли одну католическую церковь. Это православная церковь в центре. А католическую одну открыли. Там, между прочим, было что-то такое, что... Не знаю, в нашем городе что-то не было такого, но во Львове я знаю, что шум такой. Там какую-то церковь католическую, ну не хотели, открыли, чтобы, да. Вот. А у нас тоже открыли церковь, там тоже был немножко шумок. Ну я так не обещала. Вам это не интересно. Есть. Я вам сейчас не скажу, в каком районе, может вы и не знаете, в районе базара там старого. Вот, там как раз был такой дом. Ну как вам сказать? Ну там был такой, не костёл, он такой старый. Сейчас там открыли католическую церковь. Должны были открыть, не знаю. А так у нас православные церкви уже работают. Нормально все. Там не венчаются, уже можно венчаться. Раньше это было все строго. Сейчас уже свободно венчаются. Молодежи много ходит. Очень много баптистов молодежи, страшно. Есть такая мода на баптизм. На кого? Алло? Ну, здравствуй. А я тут с корреспондентом. Да. Кто? А кто такой Ари? Нет, а он сюда должен был быть? Halo? Bardzo przepraszam, że ja kilka chciałem pani później. Przepraszam. Bo ja chciałem zapisać to wszystko, ja jeszcze nie byłem zorganizowany. Doskonale. Czy teraz już pan jest... Czy ja jestem zorganizowany? No fajnie, to świetnie. Więc... Jak się pani nazywa przede wszystkim? Ja się nazywam Teodora Sopkowicz, ale to z męża. A moje nazwisko rodowe jest Landowska. Mój ojciec, Teodor Landowski i matka, Janina, mieszkali w Łódzku, na Wołyniu. W Łódzku, w dzielnicy Krasne, przy ulicy Starobrowarnej. Ulica Starobrowarna? Ulica Starobrowarna. Jak się nazywał pan Landowski? Teodor Landowski. Landowski. On sam jest z Łódzka? Nie, on się nie urodził w Łódzku, on się urodził na Pomorzu. Jak to się stało, że do Łódzka się... To tuż przed, jakoś przed wojną, ja się urodziłam w ogóle w 43 roku i mnie trudno, ja nie tak... Teraz ja mówię, ale o ojcu teraz mówimy, jak on do Łódzka się... Dobra. Rodzice moi tam wyemigrowali z terenów zachodnich, ale z jakiego powodu to ja nie mam... W którym roku? Chyba w 1935. W 1935 roku on przyjechał z zachodniej Polski do wschodniej Polski. Z Bydgoszczy. Z Bydgoszczy przyjechał i żył 5 lat w Łódzku. Tak. Chwileczkę, jeszcze... Tak? Tak. Ja słyszę pani. Tak. Imię mojej matki Janina, ale ja... nazywała się z domu Chudzińska, ale to nie jest... To jest polskie nazwisko, z tym, że ja wiem, że to jest przybrane nazwisko. Ja niestety nie znam nazwiska prawdziwego, ponieważ to było kupione... że tak powiem, szlachectwo, łącznie z posiadłością ziemską. Ona była Polką? Moja matka była Żydówką. Żydówką była. A teraz pójdziemy dalej. Znaczy, ojciec żył 5 lat w Łódzku, później wybuchła wojna. Tak, tak. Co dalej? On był w getcie w Łódzku?
cholera, ja tego nie wiem. Ja tego nie wiem, czy był w getcie łódzkim. Jak się pani narodziła i gdzie pani się narodziła? Ja to się urodziłam w 43 roku. Gdzie? W Kaliszu już. Znaczy on... Wyjechali, ale dokładnie nie wiem, kiedy wyjechali z Łódzka. On wyjechał z Łódzka przed wojną? Nie. W czasie wojny? Cholera, no tego nie wiem. Tego nie wiem. A ja pani może pomogę pytaniem. Tak. W 39 roku przyjechali, przyszli do nas Rosjanie. Tak. Teraz byli tacy Żydzi, którzy nie chcieli być z Rosjanami, przede wszystkim ci uciekinierzy. Aha. Pana pytanie mi bardzo pomogło. I oni wrócili do okupacji niemieckiej. Tak, tak, tak. I pewnie w 40 roku wyjechali. I być może, że nielegalnie on... Na pewno w 40 roku. A teraz co się stało? Znaczy nie na 100%, ale przypuszczam, że na 90% w 40 roku wyjechali z Łódzka. A teraz proszę panią, i on przyjechał do Kalisza. Tak. To jest pewne. Nie od razu, nie direkt. Najpierw byli, wiem, w lagrze pod Łodzią. Najpierw byli w lagrze pod Łodzią. I dopiero z tego lagru pod Łodzią wyjechali do Kalisza. Ale jak to było, na jakich warunkach i dlaczego, to nie mam zielonego pojęcia. A teraz pójdziemy dalej. W 43 roku pani się narodziła. Tak, w Kaliszu. W Kaliszu. I teraz ojciec, matka. Matka była z ojcem jeszcze? Tak, oczywiście, oczywiście. Co się stało? Tyle tylko, że nikt oczywiście nie wiedział, że matka jest Żydówką w 43 roku. W Kaliszu. Chwileczkę, ojciec był na ryjskich papierach? Ojciec... I matka byli na ryjskich... Ojciec, tak, oczywiście, oczywiście. Ojciec był z jednej strony ze swoich rodziców, ojciec mój był pochodzenia niemiecko-żydowskiego, ojciec mój. Matka była pochodzenia żydowskiego, a ojciec mój niemiecko-żydowskiego. Więc on w ogóle, on był wtedy... Ja przypuszczam. On nie wszedł do, jak to powiedzieć, do getta. Chyba nie. Chyba nie, bo byli przez jakiś czas w getcie, pod Łodzią gdzieś, albo w Łodzi, ale później... lager, jak ten lager się nazywał? Pod Łodzią. A później właśnie wyjechali do Kalisza stamtąd. Więc ja przypuszczam, że to pochodzenie częściowe, częściowo niemieckie pochodzenie mojego ojca zadecydowało, że oni byli na aryjskich papierach. Teraz co się stało z nimi? Ojciec w 45 roku został zabity przez Polaków. W lutym 45 roku. Za co? Zabity ile osądzone? Nie osądzony. Zabity przez Polaków za niemieckie pochodzenie. Gdzie? W Kaliszu. To znaczy, to trudno powiedzieć, ponieważ był zabrany przez Polaków do wyjaśnienia i za 15 minut matka poszła na policję. Okazało się, że śladu nie ma żadnego. Czyli najprawdopodobniej został, że tak powiem, rozwalony na miejscu. Ojciec był widocznie na papierach niemieckich. Ja tak przypuszczam po latach. A teraz matka, ile czasu matka była? Matka w więzieniu siedziała cały czas do 56 roku. Siedziała w więzieniu? Cały czas, od czasu wojny. Cholera wie, nie wiem. Wiem, że i za żydostwo, nie wiem dlaczego, i za nie... I za męża Niemca, że tak powiem. Także suma summarum to właściwie nie ma konkretnego, nie było zarzutu, ale do 56 roku siedziałam w więzieniu. A później wyszła? Tak. Wyszła z więzienia i co dalej? I była z panią? Tak, już później cały czas matka zmarła w 80 roku. I byliście razem? Tak, tak, tak. Byliście razem? Tak. I ona, czy ona miała wszystkie maczyny, tak powiedzieć, sentymenty? Matka moja nigdy nie chciała w
wspominać przeszłości. Nigdy, przynajmniej ze mną, może ze starszymi... Być może, że ona miała jakąś ciężką przeszłość, tak, która... Ze starszym rodzeństwem na pewno rozmawiała na ten temat. Ja wiem zresztą... Z ile dzieci było u was? Mam języka żydowskiego. Moje siostry dwie najstarsze znały. I matka wiem, że zawsze rozmawiała z dwoma najstarszymi siostrami po żydowsku, jeśli nie chciała, żeby młodsze rodzeństwo rozumiało. Ja nie rozumiałam. I ja przypuszczam, że... No, w każdym razie ja nie znam tych spraw dokładnie. I ona tego nie powiedziała. Ponieważ siostra zmarła, matka zmarła i ja od nich się już niestety tego nie dowiem. Kto się... Ma pani jeszcze siostrę? Siostra zmarła, ta starsza. Znaczy pani jedyna została się z całą rodziną? Nie, nie, jeszcze jest brat, właśnie, który się w Łódzku urodził. W 39 roku się brat urodził, w lutym w 39 roku w Łódzku. I on tam był obrzezany, na Krasnem się urodził, na Starobrowarnej. A teraz pani właściwie czego szuka? Ja szukam, że tak powiem, korzeni. Ja szukam świadków pochodzenia swojej matki, swoich rodziców w Łódzku. Ale na pewno musi być. Ale matka pani nie jest łódzka. No, nie urodziła się tam, ale w końcu mieszkali tam długi czas. Mieszkała pięć... Byli znani, bo na pewno byli znani, bo chwileczkę. Był sklep tam. Jaki sklep oni mieli? Ojciec był kuśnierzem i miał pracownię w centrum Łódzka, tylko nie pamiętam niestety tej ulicy. Ja mam zapisaną tę nazwę. On był kuśnierzem. Kuśnierzem, tak. Lewandowski? Nie, Landow. Landowski? Landowski Teodor. Teodor Landowski. Tak, i on miał spółkę, sklep i pracownia kuśnierska, spółka z Polakiem Bukowieckim. To była taka dość znana firma, Bukowiecki Landowski. To była podobno znana firma w Łódzku, bardzo. A teraz pani, jaki jest tam, pani mieszka w Polsce? Ja mieszkam w Polsce. Gdzie pani mieszka? W Warszawie. Pani mieszka w Warszawie. I pani z rodziną, pan? Ja jestem wdową i mam córkę. proszę panią. Tak. Co ja mogę? Tak. Więc jakie są pani, tak pani szuka czego? Ja bym chciała, żeby ktoś się znalazł z Łódzka, kto znał moich rodziców, kto by wiedział, że oni byli Żydami. To znaczy, ojciec był częściowo tylko, bo nie wiem, czy z ojca, czy z matki strony swojej. W każdym razie to na pewno, bo wiem, że na pewno pan zna znaną, sławną klawesynistkę i kompozytorkę Wandę Landowską. To była z rodziny mojego ojca. A więc również, nie tylko ojciec był pochodzenia niemieckiego, ale również żydowskiego, skoro Wanda Landowska była w jego rodzinie, jakaś tam krewna. A matka niewątpliwie była Żydówką. W związku z tym ja chciałabym, żeby ktoś się znalazł, kto w Łódzku znał moich rodziców, wiedział, że oni mieszkali tam, a tam właśnie na Krasnem, że oni byli Żydami, że oni wychowywali swoje dzieci właśnie tak, a nie inaczej. Przecież mój brat się tam urodził. Po co pani to jest potrzebne? Proszę pana... To są uczuciowe problemy, czy są jakieś inne? Może inne, bo legalne to, bo to też jest... Ludzie na starość szukają korzeni, a ja już jestem ku starości. Nie, to jeszcze daleko i tego. I chciałabym dojść, ponieważ jest mi to bliskie sercu i w związku z tym chciałabym to jakoś móc udowodnić. Że pani jest Żydówką? Tak. A nie Polką? To bym chciała wiedzieć, to bym chciała udowodnić. Komu? Przede wszystkim sobie. A jak córka się czuje? Córka moja? Tak. Inaczej. Córka jest... Spolszczona. Córka jest...
córką swojego ojca, Polaka. Zupełnie. To jej nie zależy. Zupełnie inne ma ciągoty, że tak powiem, narodowościowe niż ja. To jej... Bardzo mi przykro z tego powodu. Ja rozumiem, że wy nie macie, że ona nie ma z tego, to nie jest jej problem. Nie, to nie jest jej problem, to tylko mój problem. To jest jej problem. Absolutnie, ona jest przeciwna nawet. Niestety. Także to jest tylko mój problem życiowy. Ja pani powiem, ja jestem z Łódzka. Tak. Ja nie pamiętam, ja urodzony w Łódzku, byłem w czasie getta. Ja nie przypominam sobie takiego imię. To nie przypominam. To, co ja mogę zrobić, ja zobaczę w wtorek, ja zobaczę jednego naszego przewodniczącego naszego Związku Byłych Żydów z Łódzka. Tak. On się nazywa Zew Strachman. On ma duże... I ja jego się zapytam. Ja mogę dać i adres jego. Tak. Jego osobiście, jak on się nazywa, on na pewno się zainteresuje. Niech pani sobie zapisze. Zew Strachman. Strachman. Tak. Jest bardzo porządny człowiek. Sympatyczny. Zew Strachman. Jego telefon jest 03 tak. Na 55 tak. 65 244. Tak. Jego adres Strachman Zew Hulon tak. Herzog 11. Tak, 11. O, jeszcze raz. 03 tak. Na 5565 244 ja mój prosy. Tak. Teraz posłuchaj pani. Tak. Jeśli ja czegoś się dowiem, komu to moją informację przenieść? Do Leona Kinara. Leon Kinar w Michmoret. Leon Kinar Michmoret, jaki Leon, telefon? Leon, twój telefon. Chwileczkę, momencik. 053 05 Może on to powie po hebrajsku. No to w porządku, ja ma. 053 tak? I teraz 666 106 albo tak. 663 749 Leon Kinar, Arje Kinar. Arje Kinar. Kinar. Kinor o Kinar? Kinar. Michmoret. Michmoret. Bardzo będę wdzięczna i zobowiązana. Ja teraz już jest późno, na wieczorem niech pani zatelefonuje do Strachmana. Tak. On jest przewodniczącym Związku Żydów Łódzkich. Tak, on jest przewodniczącym, tak? Tak. On zna bardzo dobrze, on ma wszystkie spiski Żydów z Łódzka. Być może, że on pamięta Lewandowski, bo oni mieli sklep. Nie Lewandowski, Landowski. 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 Tak, przepraszam. Często ludzie mylą to właśnie nazwisko. Tak. Landowski. Landowski, tak. Nie Lewandowski. Tak, więc ja będę się pytał, kogo ja... Bardzo będę zobowiązana. I wtedy zadzwonię do pana Kinara. Do pana Kinara, tak jest. Tak jest. W porządku? Bardzo dziękuję. Życzę pani powodzenia w tych poszukiwaniach. Tak. Dziękuję. Jak panu długo pani jest w kraju? Ja jestem 2 miesiące w Izraelu. Już za tydzień wyjeżdżam do Polski, ale we wrześniu, przepraszam, w listopadzie wracam.
Gdzie pani mieszka, w Warszawie? W Warszawie mieszkam na Żoliborzu. Żoliborz? Żoliborz, tak. Jeśli się pan wybiera do Polski może, to serdecznie zapraszam. Żoliborz? Żoliborz. Tak. Ulica Szegedyńska. Ulica? Szegedyńska. Szegedyńska. Rechow Szegedyńska. Szegedyńska. 5. 5. Mieszkanie 7. I może numer telefonu panu podać, bo może pan będzie w Polsce. Jak już? Wszystkie informacje. 34. 34. 60. 60. 60. 43. 43. 34. 60. 43. I pani się nazywa jeszcze raz? Teodora. Jeszcze raz? Teodora Sopkowicz. Teodora Sopkowicz. 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 Bo teraz wybieramy się do Lucka. Tak. Tam budują monument na grobie tych podległych Żydów. W najbliższym czasie pan wyjeżdża do Łódź. Być może. To jest teraz, organizujemy się tym. Będziemy też w Polsce być może. Ale dlaczego pani tak późno się z tym... No to jest wiele przyczyn. Wiele przyczyn, które w tej chwili przez telefon to raczej trudno byłoby tak w 5 słowach. No, ja mówię o poszukiwaniach. Ja nie mogłam, przed śmiercią matki ja tego nie mogłam robić. Matka była przeciwko temu? Tak. Z jakich przyczyn pani nie wie? Domyślam się w tej chwili już, bo nigdy z nią nie rozmawiałam na ten temat, ale to też... To ona się bała. Proszę, tak. Ona się bała... Tak. Tożsamości. Proszę pana. Niech pan sobie tylko wyobrazi, ile lat w Urzędzie Bezpieczeństwa można być przesłuchiwanym. Ja tylko wiem jeden szczegół, że matka była przesłuchiwana w taki sposób, że ją 4 trzymało za ręce obydwie i za obydwie nogi, a 5 ją kopał w krocze. To już może być świadectwem wszystkiego. I ona nie... To już można właściwie wyobrazić sobie, że wszelką przeszłość, jakąkolwiek przeszłość chce się zapomnieć. Ja to w tej chwili rozumiem. A pani cierpiała z tego powodu? Ja nie, tylko matka. Tylko matka. Co tam była, pani nie wie, to jakaś tajemnica? Ja tylko domniemywam, mogę się domyślać, ale to wszystko jest w sferze domysłów. To jest wszystko w sferze domysłów. To jest za trudno w tej chwili, prawda? Tak, ja nie chcę za dużo pani pytać. Pani chce wiedzieć, znaleźć ludzkich, którzy pamiętają... Koniecznie bym chciała znaleźć, koniecznie. Który pamięta rodziców pani, tak, w Łódzku. Tak. I to wystarczy. Ja chcę, żeby ktoś potwierdził, że ja jestem z matki Żydówki. Na tym mi zależy tylko. Czy ja mogę pana serdecznie pozdrowić i oddać teraz słuchawkę Arię Kinarowi? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dziękuję pani za telefon. Dziękuję panu. Mar Pritan. Abaya hi kazut shehim od mitkagat lima, kishem sheani kemat kol shana nosea lepolanya lemtzoa at hakever shel imi. שלצערי, אני כבר 3 פעמים הייתי בפולניה ולא יכולתי למצוא את הקבר. אני מנסה פעם רביעית למצוא את הקבר. ככה היא, בגיל שלה, רוצה את השורשים שלה עם כל הלב. ואני פשוט עושה מצווה כדי... אני מבין. לעזור לה... למה כל כך מוכר? היא חודשיים בפולניה ו... בחודשיים בארץ ורק... כי לא ידענו למי לפנות עד שאני ראיתי את מר שילה בטלוויזיה והוא הודיע שהוא מלוץ. פשוט אני לא ידעתי לאן לפנות. אני אמרתי, אני לא זוכר לבנצק את השם הזה, מלוצק, לא זוכר.
בסדר. אמרתי לה שנתקשר עם יושב ראש של יוצאי לוצק, איש מאוד סימפטי, זאב וולף, זאב שטרחמן. לא לבנדובסקה, לנדובסקה. לנדובסקה, כן. אני כבר שלוש פעמים עשיתי את השגיאה. אצלו יש רשימות. יכול להיות שהוא מכיר את לוצקאים. יכול להיות שהוא בברנז'ה מאותה רחוב, במרכז, גם לאביו הייתה חנות. אז אני חושב שהוא יעשה גם מאמצים של חיפושים. זה יהיה מצווה גדולה מאוד. ואני אשאל גם כן. אני אשאל גם כן, אולי מישהו זוכר שם כזה. מה זה קושניר? זה היה לכובעים, כן? חנות של כובעים. רק רגע, אני אשאל, כי אני פולנית קצת חלש, רק שנייה. יאקי זאבו סופיר? זה פרוון. מה? פרוון. פרוון, כן. כן, פרוון. פרוון, קושניר הכובעים. פרוות. כן. כן. תיאודור לנדובסקי, והיא לקחה את השם שלו. כן. תיאודורה, הוא תיאודור. כן. כמובן אני עם אנשים שאני אפגש, ואני ביום שלישי הרבה להיפגש עם מספר, גם עם היושבות ועוד האנשים. אני אשאל. אני הכרתי... וזה מיד, אני אודיע לך. אני הכרתי אותם בוורשה, שהייתי פעם אחרונה, וממש איפה הכרתי אותם? בבית כנסת. היא הולכת לבית כנסת. הוא הולך לבית כנסת בוורשה. מי זה הוא, הבן? האח שלה. האח שלה, כן. הבן, אין הבן. הם חיים, כל מה שקשור ליידישקייט, הם חיים עכשיו בגלגול הזה. עכשיו, הם ממש יודעים, יש לו, הוא עיתונאי, אני גרתי אצלו בדירה, יש לו רוב הספרים, על שאלות יהודיות. הוא הקים משפחה באחיה? בבקשה? אחיה הקים משפחה? הוא הקים משפחה, אבל הוא גרוש. הוא חי עכשיו עם אישה אחרת. אבל אם תראה את אחיה, נניח אילו היית פוגש אותו בתל אביב, יהודי טיפוסי עם זקן, שחרחר, לא הייתי מאמין שהוא לא יהודי. ככה שבזמן הזה הם מתגעגעים מאוד לשורשים. והכרה שהם יהודים. והכרה ממלאה שהם... אבל הסיפור הזה, מה שקרה עם אבא ואמא, זה סיפור כזה מאוד... מה שקרה עם אבא ואמא, זה הרבה סיפורים, הרבה מאוד סיפורים. מה השערה שלך? למה הרגו אותו? למה אסרו אותה? מה הוורסיה שלך? הוורסיה שלי יכול להיות שהיו שם אנדקים וכנראה שהכירו אותו כגרמני אולי ואת אמא כיהודיה והיא לא רצתה להגיד שהיא יהודיה מיד אחרי המלחמה והם אישים אותה בשיתוף פעולה עם גרמנים? כנראה והאמא היות והיא כל כך פחדה מאבא שהיא רק לאחיות הגדולות סיפרה שהיא יהודיה אבל היא השביעה אותם שהיא לא תספר על זה מפני שהיא רצתה לעבור את המלחמה לא במחנות אלא יותר חופשי וזה היו הרבה מקרים כאלו כן. בזמן המלחמה אז אתה הרי יודע אם זה יהודים שהיו במנזרים והיו בגלל... כן, אני מכיר את הסיפור. תגיד לי עכשיו, איך אתה הגעת? אתה במקרה נפגשת איתה. החבר שלי, שהוא כמה חודשים חי בפולניה, והוא ישראלי, הוא הכיר אותם. מי זה? אולי אני מכיר אותו? קוראים לו משה ריבובסקי. לא מכיר. הוא מלודג', גם אני מלודג'.
ודרכו אני הכרתי אתם טוב מאוד, ואני ישבתי איתם שעות על הסיפור הזה, וזה סיפור מאוד טרגי. אני מבין שהיא נדבקת לכל יהודי שמגיע בגלל ה... איך נדבקת? הוא הכיר אותה בסינגוגה בוורשה. אני מבין. הוא הכיר אותה, אני גם כן, כשהייתי בפולניה, היא רק משכה אותי לבית הכנסת. ביום כיפור היינו יחד בבית הכנסת. וכל הסיפורים על חסידים ועל... אבל כל מה שקשור יהדות היא יודעה. היא רוצה לעבור, איך נגיד, רוצה לחזור ליהדות ולקבל הכרה שהיא יהודיה. היא מתגעגעת להיות יהודיה. היות והיא נולדה בזמן המלחמה, אחיה נולד בזמן המלחמה, אין להם נקודות אחיזה. היות ולוצק זה לא היה עיר כל כך גדולה ומקובלת, המלחמה טשטשה הרבה עקבות. עכשיו הם מגיעים למסקנה שמה יהיה איזה יהודי שהוא יכיר אותם. הבנתי, הבנתי. אתה מבין מר פריטל? אני פשוט עושה מצווה, היות והגעגועים שלהם כל כך גדולים, שאני אעשה את הכל כדי ש... כן, אבל איזה חודשיים, כמעט חודשיים עברו ולא יכולת להגיע ללוצקאי? לא ידעתי, לוצק זה לא עיר ש... לא, יש ארגונים, לנצמן שואלים ביד ושם, ארגון פדרציה פולנית. הם עלו ביד ושם כמה פעמים כשזה כבר היה סגור. אוקיי, תשמע, אני מבין שהיא מגיעה עוד גם בספטמבר גם. כן, גם אני בספטמבר נוסע לפולניה לחפש עוד את אמי. ככה שבקשר אנחנו... אני, יכול להיות שאני אהיה בפולניה, אנחנו נוסעים ללוצק, מתכוננים לנסוע ללוצק לקבר. כן. ועכשיו לוצק זה עכשיו ברוסיה? ברוסיה, כן. ויש לכם רשות לנזוע לשם? זה אורגניזציה שלמה לכל זה. אורגניזציה שלמה. בכל אופן, מר פריטל, כן. אם רק יהיה לך בכוחך... כן, אני מיד מודיע לך, 666, 666, 663, אני אפגש ביום שלישי עם לוצקאים, אני אדבר... אז אני מאוד מאוד אודה לך. אני הקלטתי גם את הסיפור שלה. כן, 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 כן. אני בכל אופן... מודה לך עם קרב ליבי. הלא דבר. אז כל טוב לך. כל טוב, אני מודה לך שטיפלת לך. לילה טוב. הלו. פינקלשטיין. Здесь говорит Давид Приталь, Принценталь из Израиля. Это вы Принценталь? Да. Теперь мне мое имя Приталь, Давид. То есть дело такое, что... Давид. Что? А? Вы слышите меня? Да, я слышу хорошо. И дело в том, что 14 человек хотят приехать 7 июня в Луцк из Израиля, но не получают хотеля, гостиницу. Вы мне поняли? Сколько у вас в Израиле есть? Что? Сколько в Израиле есть? Человек. 14 человек хотят приехать в Луцк. Мы просим вас... что вы пошли в гостиницу Украину, есть такая гостиница для туристов, и там надо 7 комнат снять на 7 июня на 5 ночей. Вы слышали? Я все слышу. 7 июня, 8, 9, 10, и 11 июня. Я... 7 комнат надо. И если... Я... Что?
Я вас понял, все хорошо. А теперь, чтобы они послали телеграмму в советское посольство в Будапеште, Будапешт, что есть 7 комнат для бывших луцких жителей, которые хотят приехать. А вы по линии, вы мне скажите, вы линии едете по линии туристов? Туристов, да. Мы по линии туристов. Потому это специальная группа волынских жителей. Каких волынских? Из города Луцка. Луцка, правильно. Да. Мы едем в Варшаву, а потом из Варшавы приедем на 7-го, мы будем в городе Луцке. Но очень тяжело получить гостиницу. Просим вас, чтобы пошли из, может, вместе с кем вы хотите, чтобы снять 7 комнат на 5 ночей. Так я о чем говорю? Я говорю о том, что такие, значит, 7-го и 5 дней. Слушайте. Да. Алло. Да-да. 5 дней, чтобы там больницы была свободна. Да-да-да-да. Свободны и заплатим. Точно наши представительства заплатить. Наша фирма, с которой мы едем. Ну, я понимаю. Но если они скажут «да», вы должны послать от их имени, чтобы была их фирма, что есть 7 для израильских граждан, бывших луцких жителей, есть 7 комнат для того, чтобы они могли взять участие в церемонии открытия памятника. Поняли? Я думаю, другое. Что? Давид. Да. Слушайте меня. Да. Потому что мы могли бы вас расселить по нашим семьям, по себя. Но это вы же знаете, мы как туристы едем. Как туристы? Да. Они должны обеспечить, как в прошлом году, обеспечить жилье в туристе. Но мы через они в контакте с интеристом, но пока не получили ответа от гостиницы Украины, что есть у них свободные комнаты. А ты уже запрос? Что? Запрашивали? Видно, что да, но пока не получили ответа, позитивного ответа. Я вас все так. А если мы сегодня говорили вот на собрании? Алло? Да. Алло. Значит, мы готовы вас принять в свои семьи, в наших... Но туристам это не положено по вашим законам. Да? Да. Это только если бы мы взяли если бы мы частным образом получили визу. Вы поняли, это разница? Чтобы получить визу частным образом, это полгода пройдет. Это дело, длинное дело. Да, значит, нужно потерять. Хорошо. Алло. Да. Давид. Да. Давид, вы не слушайте, пожалуйста. Да, говорите. Фирма или кто-то там, турист, вас оформляет, да? Да, она просила, чтобы я подзвонил к вам, чтобы сделать там... Ну, понятно. Да-да. Они запрос дали сюда, в интерес? Я думаю, что да. Но пока не получили ответа. Ну,
Ну, они посылали сюда? Я думаю, что да. Они знают, как надо это делать. В общем, вы знаете. Да. Они профессиональные, они в контакте, они знают, как в Советском Союзе. Понятно. Значит, я обязательно узнаю, или получили запрос, а нет, чтобы дать бронь. Бронь на это время. Да. Но они должны, так сказать, в посольство в Будапеште послать телеграмму, что есть такая бронь, 7 комнат. Они в Будапеште сюда дали запрос. Они стоят, наш интурист, наша туристическая организация стоит в контакте и с посольством и в Будапеште. С советским посольством в Будапеште. В Будапеште я все понял. Если бы они дали в Будапеште запрос, да? Запрос, можно ли такого числа взять, значит, чтобы они наняли вот эти комнаты? Если такой запрос есть, да? Если такой запрос с них есть, потому что я частное лицо, понимаете? А, частным образом? Я частное лицо. Да. Лицо частное. Не, вы не должны послать телеграмму, но, но Украина должна послать. Хотель Украины. Но я должен обратить в этот интурист. Алло. Да. Интурист и от имени посольства. Алло. Да. И посольства в Будапеште. Да. Запросить, если был такой запрос или не было, но я узнаю, в общем, я все узнаю. Так, значит, это подтверждение должны идти в посольство в Будапеште, да? Да, да, да. А? Да, и это срочно. Мы, почему, завтра в интервью никого. Да, да, да. А мы отсюда... Наше представительство, она будет по телефону спросить посольство, получили такую подтверждение, что есть 7 комнат. Правильно, они хотят гарантию. Да, да, да. Они хотят гарантию, чтобы имели здесь места. Да. Как помник принимается, он красивый, хороший.